Приветствую вас, друзья мои. Предлагаю очень интересную тему. Она очень своевременна на данном этапе нашей жизни. Это «Не принимайте доброту за слабость». Я думаю, что среди вас, уважаемые мои подписчики, друзья, есть люди, которые постоянно наступают на одни и те же грабли. То есть проявляют доброту, заботу, ну а те, кто пользуется, они считают или же принимают это за слабость. И что же они делают? Они пытаются управлять теми, кто добр, так как они это считают слабостью. Они начинают что-то отнимать, они агрессируют, они оскорбляют, они унижают, они лгут. На самом деле это очень сложная и важная тема. Не принимайте доброту за слабость. Приглашаю вас, дорогие мои, к большому разговору. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Делитесь своими мыслями, ситуациями. Возможно, кто-то с вами поступает так, а возможно и наоборот. Кто-то среди вас, дорогие друзья, принимает доброту за слабость и проявляет агрессию кому-то. Итак, друзья мои, приглашаю вас на большой эфир в ближайшее время. Обсудим, поговорим. Я вам покажу какие-то видеомоменты из жизни, которые у меня имеются в наличии. Почему? Потому что молчать нельзя. Ни в коем случае молчать нельзя. Не бойтесь, не стесняйтесь. Я сама добра до безобразия, скажу вам честно. И очень часто принимают мою доброту за слабость. Пишите ваши ситуации, описывайте. Вы хорошо, наверное, помните, как мы обсуждали ситуацию одной из подписчиц, которая описывала ситуацию с соседями. То есть соседка, которая по каждому поводу все время вызывала на нее милицию. Помните, мы эти ситуации разбирали. Так вот, мы можем с вами в прямом эфире эти ситуации тоже разобрать, если они у вас были. Вы можете писать даже ваши данные, только самое главное, пишите ваше имя, можете писать дату, месяц, год, месяц рождения, что-то пишите. И мы на эту тему обязательно поговорим. Только рассказывайте, излагайте ситуацию, в которую вы попали. Итак, я жду ваших отзывов, ну и следите, пожалуйста, за моими выходами, за эфирами. Будет обязательно прямой эфир, где мы с вами все это обсудим. Удачи!